чем заниматься, а важно, как этим заниматься. И чувство уважения, чувство гордости может возникнуть на любом отрезке человеческой деятельности. А ты вот сейчас зрелый человек, по Кто возрасту сказал? Хотя бы, по возрасту Кто хотя сказал? Бы. Ну ты я себя не прожил жизнь и за счет опыта какого-то ты отличаешься от себя 20-летнего. Точно. Хотя бы за счет этого тебя можно назвать зрелым человеком, что ты что-то уже знаешь о судьбе, о жизни. Ты, ну, не сложно, у но меня это нет так. Такого ощущения. У тебя может не быть такого ощущения, но не ты явно никогда. Не 20-летний Дон. Естественно. Многое изменилось в твоем отношении к основным для тебя вещам. Какие, сегодня? Какие основные вещи? Ну, то, что ты для себя считаешь основным. Ну, прибавился опыт, прибавилось знание о людях, к сожалению, большей частью горькое. Эти старые, избитые бородатыми евреями истины, они все же работают. Как это называется? Ну, там, ну ты знаешь, да, о чем я говорю. Ну, что познание прибавляет горечи. В этом, наверное. Хотя прибавилось и другое, что все истины, ни одна из них не окончательная. И все можно развернуть по-другому. Это тоже правда. Правда в том, что нет окончательных правд. Вот. И очень многое. Да, а что я хотел сказать насчет того, что возможности, судьба, торопор, это все разговор для слабоумных придурков, одетых в униформу фольклорного шаманизма. Это все пустое место. Я думаю, что в жизни есть место для тех, кто работает и кто хочет что-то сделать. И очень даже много места, потому что человечество в большинстве своем по преимуществу лениво. Вот. Что еще? Ну, в общем, в основных вещах ты своего отношения к жизни не изменил. Я не знаю, что такое основные вещи. Не знаю. Ну, пропала какая-то наивность, наверное. Хотя, нет, я непрерывно падаю. И ударяюсь в горло. На дипломатии у меня... Что значит наивность? У тебя есть интерес к жизни? О, еще какой. А к людям? Очень большой. My memory, my love, tenderness, history, my seed, my future ashes, page of the red book, socks knit by my grandmother, Zorna, to the cry of which I've danced in the cold autumn of 1955 in the village Perjamal, the fur hat, money from the old times, bones slowly revolving, they disappeared in front of my eyes.